по поводу экологии, по поводу глобального утепления. Но это тема, которая волнует всех нас. Но нам-то все-таки мы люди, которые уже давно живут, Мить, с тобой. Понимаешь? Да. А что уж говорить про жюри «Минуты славы». Но ведь есть люди, которым жить, которые только начинают жить, понимаешь? И им жить вот в эту эпоху глобального потепления, в эту эпоху... Будут ли они разгребать за нами наш мусор, вот, которым мы загрязняем планету? Или будут продолжать, как мы, копить этот мусор, для того, чтобы потом однажды сжечь его сразу весь? Неизвестно. Мы задали вопрос самым маленьким участникам нашей передачи. Вопросы про экологию, про глобальное потепление в нашей рубрике «Взгляд снизу», пожалуйста. Этот год объявлен в России годом экологии. А что такое экология и для чего нужно объявлять в России этот год? Мы портим воздух и природу. Ты лично портишь воздух? Ну, папа ездит на машине, потому что это вообще не я. И можно сказать, что в вашей семье в основном воздух портит папа? Ну да, можно сказать. Угу. Кто больше в вашей семье заботится об экологии, Макс? Я. А кто самый скромный в вашей семье? Брат. Потому что он еще очень маленький, ему только один годик. Что нужно сделать, чтобы экологию соблюдать, сохранять? Уже вообще-то придуман такой закон, что нельзя пристреливать животных, которые в Красной книге занесены. Их осталось мало. Слушай, а у тебя что, папа эколог? Да. Твой папа эколог? Да. Есть какая-то возможность редкое животное какое-нибудь привезти домой, показать тебе, из редкого горного козла супчик-то сварить? Нет! Тогда не будет редкого горного козла! А как увидят редкого горного козла, если нет редкого горного козла? Так про него забудут через какое-то время, и все, и не будет его, и все. А если однажды до него вспомнят, а его нет? Скажи мне, как ты заботишься об экологии? Я очень долго открываю кран в ванной. Ну, чтобы вода стекала по водопроводу, а потом очищалась и попадала снова в реке. А, то есть чем больше ты открываешь кран, тем больше в реке потом будет воды? Да. Так ты приди домой, открой все краны, чтобы они постоянно работали. Все краны я не буду открывать, потому что иначе будет всемирный потоп, второй по счету. Ну, после того первого? Да. Угу. Машина загрязняет атмосферу? Да. Выхлопные газы тоже от машины. Или от трубов. Угадал? От чего еще бывают выхлопные газы? От нас. Машина есть дома? Есть, только она в гараже стоит. В гараже стоит. Ключи от гаража где? А? Ключи от гаража где? Под баром. Под баром? Нет, не под баром. Не под баром. Я тебя обманул. Обманул. Машина поэтому в гараже и стоит, что у вас ключи под баром. Ты готов сохранить планету зеленой, свежей, красивой? Да. Приходишь домой, берешь ключи от папиной машины, мамин лак, все в унитаз и говоришь: бабушка, спусти. Работа далеко от нашего дома. Ничего, на метро доедут. А у нас нет рядом там метро. На маршруточке. Да нет. Автобусные остановки. Тогда выйдут, лыжи наденут и пойдут на работу. Там снега нет. Получается, без машины никак? Никак. Не получилось. Спас ты отца. Самый важный вопрос, который связан с экологией. Когда-нибудь в своей жизни ты писал в море? Нет. А другие писали? Нет. Нет. Ну, нет. Нет. В общем-то, нет. Да. Молодец. Однажды я просто дедушке сказал, что я хочу в туалет. Угу. И я пошел в море. А дедушка помог мне, спрятал. Ты знаешь, что в следующий раз писать в море нельзя? Почему? Потому что ты пописал, а где-то дельфин умер. Киты умирают, а не дельфины. Киты умирают, это из-за твоей дедушки пописали. Скажи мне, что такое глобальное потепление и почему все его боятся? Я ни разу его не видела, и я вообще не знаю это. Вообще, что это такое, да?
Вы нам голову-то не дурите, скажи. Вы нам голову-то не дурите. Вот ты сейчас кому это сказала? Ты понимаешь, что ты как обезьянка? Я тебе что скажу, ты повторяешь. Так нельзя. Ты сказал мне это сказать, поэтому я и сказал. Потому что я физически сильнее, правильно? Да. Молодец. Глобальное потепление, это, допустим, лето, вышел на улицу, а там хоп, снег пошел мокрый. Это называется потепление? Летом снег? Ну, бывает и так, и зимой солнце. Из-за чего это происходит? Погода.